Всем привет, с вами снова Атси. Никак не иначе не могло просто быть. Ха-ха, Titanic The Adventure. Пойдемте что ли мочить этот морозильник. Наконец-то уничтожим мы его, чтобы его больше не было, чтобы он нас больше не тревожил. И это, наверное, будет очень длинная серия, потому что серии становятся все дольше и дольше, длиннее и длиннее. Как-то так. А теперь надо выпить немножко воды. Скушать кусочек нуги. Ну, что еще делать, пока грузится игра? Она так долго грузится с этими модами, с этим фрапсом, вообще совсем. Пожалуй, в следующий раз я буду начинать уже сразу с места сохранения, а не с меню. Но что поделать? Игра требует жертв. Фиолетовый дракон, синие феи, ну да. Как-то нам все знакомо по прошлой серии, да? Наверняка здесь еще будет какой-то зоопарк, который мы будем мочить полчаса. Добрые. Добрые, недобрые. Что тут дает? Kings of Potion in the Lerimin Condemnation. Так, oh, what you can place in a bottle. Ого, и... It's potion elixir and filter which flow in your veins no more. Хрен его знает, но что-то мне подсказывает, что лучше все-таки качать алхимию. Может быть, зелье от этого станут гораздо круче. А я надеюсь только на зелье лечения. Ну, свое выживание оставлю. Так, призматическая палочка, хорошо. Ух ты, какой страшный человек в маске. То есть не человек, а какая-то хреновина. Холодная рыба. Ладно. Альманах крафтера. Хорошо. То есть ремесленника. Ой, не знаю, что там, о чем там могут писать в альманахе ремесленника, но сам факт того, что у нас есть такая книга и что у него высокий уровень. Так, а что, тут опять Бракса нету? Ну ладно. Мы не гордые. Сбегаем куда-нибудь в нижний уровень. Кстати, тут стало больше лютфисков. Наверное, за то, что мы в морозильнике. Или это не морозильник, может быть, это просто морозное царство какое-то. Ох. И тут у нас что? Тут у нас кто-то насрал очень много. А, это фарш. Ладно. Фарш так фарш. Кто-то наметал. Кстати. А игра стала сложнее. Или я стал вообще отстоем. А тут, видимо, тот, кто весь этот фарш выметал. Выметал в усмерть. Окей. Что у нас здесь? Морковки. Холодные морковки. Все-таки лучше будем занимать проходы, потому что здесь у здешних монстров какие-то просто дикие дамаги. И, наверное, они холодом еще фигачат. А у меня от холода защита-то не очень. Насколько я помню. Да у меня вообще какая-либо защита не очень. Нам нужно найти хорошие шмотки. Так что вот. В любом рогалике шмот очень сильно влияет. Да вообще в любой РПГ почти. Шмот — это основа. Что это? Ничего полезного. Ясно. Тут... Щит, который можно очень дорого загнать. Эй! Мы так не договаривались. Эти вортексы, элементали...
неприятные вещи. Вообще элементарий и всяких таких вот подобных монстров во многих играх ненавижу просто. Вечно они любят какую-то магию колдануть. Неприятные твари. Я же говорил! 215 монстров! В этом долбанном зоопарке. Давайте, подходите. Не стесняйтесь, я вас не обижу. Ну, почти не обижу. Эх вы. Давай, подходи. Не стесняйся. А то игра сейчас зависнет. Ах. Да. Вот это я влип. Влип так влип. 215 монстров в зоопарке. На уровне, где мне приходится немножко терпеть даже. Как бы я не любил этого слова. Знаете, похоже, придется действительно учить новые способы крафта. Ну ладно, ничего страшного. Так. Вроде пока справляемся. Ох, блин, сколько вас там. Более 200 монстров. Да это издевательство. Ну, по крайней мере, вы разбиты на две части. Ух ты какой, смотрите какой. Забавный чувак. Ай, похоже, придется серии вообще на две части уже делить. Потому что они становятся все длиннее и длиннее. А значит, получится не ежедневно выкладывать их. А все-таки лучше выкладывать в серии ежедневно. И более короткими, чтобы они легче воспринимались. Да и вообще, пора ждать уже Старбаунда. Скоро выйдет Старбаунд, и будет хороший летсплей по нему. Веселый, заводной такой. Как по старой доброй Террарии. Но... ничего страшного, пока у нас есть возможность играть в Дредмор, давайте играть в Дредмор. Все-таки не каждый день выходят такие веселые, забавные рогалики, в которые могут играть даже совсем неискушенные игроки. О, например, Вадом. Наверняка многие из вас не смогут играть в Адом, потому что там, во-первых, символическая графика. Во-вторых, там нужно играть в него только с гайдбуком. Ну, можно и без гайдбука, конечно, но это будут жалкие попытки выжить в первом подземелье. И вообще, что я про Адом говорю? Ах, да! Скоро ж будет Адом улучшенная первая часть и Адом 2. Вот к чему это я. И знаете что, если в первая часть улучшенная будет поддерживать Dirk 3D, и у него будет такой более-менее неплохой интерфейс, чтобы вас не мучить, то я сниму летсплей по ней. И даже не один, потому что в Адоме может быть очень много летсплеев. Адом — это сила, ребята. Хотя можно и в нынешний вариант, но боюсь, многие из вас напугаются. Когда увидят это. Я вообще играю в рогалики. Ведь так много игр, которые вы мне советуете. Вот XCOM очень часто просят. Но по XCOM сейчас и так очень много летсплеев. Сейчас почти все играют в XCOM. Большинство уважающих себя летсплееров. Поэтому это уже не актуально просто. Может быть, со временем встанет когда-нибудь более позже. А если вы имеете в виду старый XCOM, то даже не знаю. Последние серии так вяло смотрели люди, что 300 просмотров набралось только за 3 недели. Мне кажется, это не очень хорошо. В то время как другие видео, он бывает за день набирает по 600, по 700 у меня. Особенно по танкам частенько такое бывает.
А есть те, которые по танкам собирают по 1500. Вспомним видео про елку. Да ё-моё, чё, про что я говорю, вместо того, чтобы мочить этих ребят? О нет, я ушел от темы, я далеко ушел от темы. Это хорошо, что я еще стримы не делаю, а то, блин, уйду в разговоры и все. Считай, пропало. То есть пиши пропало. Вроде так говорят, да? А то я уже не помню. Что, где, как, зачем и почему. Кстати, давайте проверим вот эту стрелочку. Стрелку. Ой. Ух ты! Хо-хо! А мне нравится эта стрела. А еще мне нравится пить подлечки. Мне кажется, я кукнул сам себя. Вот это жесть. Нам придется заново мочить весь этот зоопарк. О, да. Опа, опа. Атси слотайл. Да, мы только начали. О, да, ребята. Вот это называется сила. Вот это называется сила, я не знаю. Бороды у меня вроде нету. Как, чего может быть сила? Сила яиц? Это слишком банально. Сила клешней, во. Вот это сила клешней. Самоубийство. Только... только самоубийство, только хардкор. Если вам не могут навредить противники, то... делайте суицид. Чтоб был какой-то челлендж. О, да. О, да. Так что, если вы захотите использовать вот эту вот стрелу, то бегите как можно дальше от нее. Это ничем хорошим не кончится. Короче, зачищу половину зоопарка и все. Конец серии. Я устал на сегодня. Не могу. Это жесть. Это ж жесть самая настоящая. Самая натуральная жесть, которая только может быть. Самая жесткучая жесть. Это жесть. Неважно. Неважно. Так, что у нас тут? Cold fish. Ice worm, это хорошо. Чью еще жизнь сломать? Cold fish, squiddy. Ох, как же вас много. Откуда у вас столько взялось? А, я придумал. Когда все очень плохо, что надо делать? О, да. Это генератор экспы. Всегда актуально. Знаете, мне что-то захотелось еще поискать таких стрел. Смотрите, я за один миг убил целую кучу монстров. Хо-хо-хо, да. Вот эти стрелы спасут ситуацию везде, любую ситуацию. Так, что такое? You can mix all kinds of potions. Ага, хорошо. Актуально. Я бы даже сказал, очень актуально. Вот так. Как убить почти сотню монстров за минуту? Использовать радужные стрелы. А я думал, что это за гейская магия с радугой? Оказывается, не такая уж и гейская. Ой, оказывается, не такая уж и магия. Все, почти вся комната зачищена. Вот так и надо. Главное уйти как можно подальше. Так, сначала надо этого разобрать все-таки. А то я что-то как-то не очень рационально действую. Не, ну конечно, Атси это именно нарицательное, обозначающее полную нерациональность, но в конце-то концов. Радуга, радуга, сила радуги, да будет радуга. Радуга навсегда. Ах, жесть какая. Последний монстр. Надеюсь, здесь не будет такой проблемы, как на прошлой карте. Да ё-моё.
Как я ненавижу ваши шаманизмы. Они какие-то неправильные. Да ты запарил. Не. Я вроде говорил, что я ненавижу вот этих элементалей разных. Говорил. Ну-ка, как там? Монстров стало гораздо меньше. Вот так и надо. Ха-ха. Вот это наш стиль. А ну-ка, это что делает? Если честно, не знаю. Так, вот этот удар здесь более актуальный. Вот нравится мне эта комнатка тем, что здесь есть такой узенький проход, и можно довольно большую кучу монстров замочить до того, как они причинят проблемы. И никто не окружит. Приятно. Не знаю, есть ли здесь телепортирующиеся монстры. Думаю, есть. О, простите, это, наверное, было громко. Я случайно своей большой головой задел микрофон, который буквально... Да неважно. Хорошо. Хорошо. Значит, кислотные болты тоже имеют некоторый смысл. Да ё-моё, как же я терпеть начал? Пора что-то менять. Но я надеюсь, с этой комнаткой мы без проблем справимся. Осталось немногим больше 50 монстров. Ну, немногим меньше 60, вернее. С ними справиться, я думаю, уже будет не так сложно. Ну да, жалко, я потратил все эти радужные стрелы. Но, ё-моё, это просто чудо какое-то. Болты массового разрушения, просто отстой. Просто детские игрушки по сравнению с тем, что вот у нас было. Так, троих насквозь, хорошо, хорошо, хорошо. Кстати, какие-то тут все монстры однообразные стали. У дракона задница выглядит так же, как и у этого синего демоненка, и чем-то голем на них похож. И никакого хрена я смотрю на задницы монстром. Явно не этим я должен заниматься. Я должен их тут уничтожать, между прочим. Ох. А зелья лечения-то утекают и утекают. Утекают только так, можно сказать. Ну, подходите еще. Не стесняйтесь. Ох, жесть какая, жесть жескучая-то. Столько эффектов разных на мне висит. И в основном почти все хорошие. Все положительные. Это меня радует, успокаивает, во всяком случае. Ой, опять я лишний раз пробел нажал и получил дамаг, который мог бы не получать. Ох, люблю я это делать. Просто обожаю. Прям мое хобби. Так, надеюсь, здесь монстры не разбежались. Как в тот раз. О, еще левелап. Актуально. Актуально. Интересно, после всех апгрейдов, что я смогу готовить за зелья такие? Наверняка очень крутые. Но для милишника... Наверняка, может быть, что найдется еще что-нибудь такое актуальненькое. Типа элементального урона немного. Да вы охренели! Ха-ха-ха, да уж. Решили меня окружить. Но вот не тут-то было. Я так просто вам не отдамся. Кстати, а вы заметили, что не играет музыка зоопарка? Играет просто подземелье. Ух ты, блин. Аркановый дисруптор какой-то тут. Да как же вы задолбали.
Кажется, у меня проблема. Кажется, у меня серьезная проблема. Так, убегаем, пока есть возможность. Вот это да. Да откуда вы беретесь, скоты? И я опять... Опять я слился? Нет! 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 Знаете что, попытки будут в следующий раз, а пока что я слишком утомился для этого. О да, терпеть можно даже... Терпеть можно даже без перманентной смерти. Ну ладно, ничего не поделаешь. С вами был Атти. Надеюсь, вам понравилось это не очень продуктивное видео. До новых встреч.